Что происходит? Я попала в бурю? Как я здесь оказалась? Да где я вообще? Постойте, там маяк. Если я доберусь, то буду в безопасности. Надеюсь, хоть бы дойти. Твою мать! Нет! Воу! Это было так реально! Что фильмы — это маленькие частички времени. И это можно с тем же успехом отнести и к фотографиям. Так. Я в классе. Все хорошо. Я в порядке. В свете и во тьме, в цвете и контрасте. А теперь, вы можете назвать меня фотографа, который идеально запечатлел человека в черно-белом? Я точно не спала. Да и не похоже это на сон. Странно. Диана Арбус. Молодец, Виктория. Почему Арбус? Из-за безнадежности в ее работах. Ты чувствуешь угнетение, когда видишь грустные глаза матери и детей. Она вроде как видела человечество измученным, так? Какой кошмар. Если я покажу ее мистеру Джефферсону, то опозорюсь перед всем классом. Полная чушь. Только никому не говорите. А если серьезно, ведь каждого из вас можно подкараулить в переулке и заснять момент полного отчаяния. Поверить не могу, что я все еще ношу этот пенал. Надо бы купить что-то из 21 века. Хотя, мне нравится раритет. Люблю свою аналоговую камеру. Надо по-быстрому сфоткаться. У нее отличный вкус. Она могла бы выбрать другое направление. Должна признать, я не такая большая поклонница ее работ. Мне больше по душе Роберт Фрэнк. Согласен, Виктория. Он запечатлел Америку, избитой после войны. Надо сделать фото, показать, что к тому же, тем более, нужно удалить свою селфи-ломку. Вся прелесть в контрасте. Без горя не бывает радости. Потому Франк и стал вдохновителем Керуака. И я давно не вела свой дневник должным образом. 50-х. Итак, мы все ведь... Если кто-то еще это увидит, что они подумают? Или шедевральный снимок Керуака с балкона. А если нет, позор вам. Где он показывает романтическое уныние 20 века. Понимаете?
А теперь сопоставьте фото Франка с сюрреализмом Сальвадора Дали. Как и Кактур, он был настоящим художником эпохи Возрождения, а его автопортреты – широко известные ранее экземпляры того, что вы, скверные детишки, так любите называть этим поганым словом «селфи». Это великая традиция, и я всей душой подтверждаю ваше право на самовыражение, или селфи-выражение. Да, я знаю, простите. Так что если кто-то хочет обвинить авторов таких портретов в нарциссизме, им придется вернуться на сотни лет назад. Кстати, насчет сотни лет. Уверен, вы думаете, что я буду болтать до звонка? Теперь ваша очередь. Теперь, основываясь на книгах, которые, я уверен, вы выучили наизусть, скажите мне название процесса, который положил начало такому явлению, как автопортрет. Кто-нибудь? Это не сулит вам ничего хорошего. Похоже, Макс сейчас делал так называемое селфи. Дурацкое название для отличного фотоприема. А у Макс к этому талант. Разумеется, вы знаете, что фотопортреты стали популярны с начала 19 века. Так что ваше поколение не первое, которое использует селфи для самовыражения. Простите, не смог удержаться. Суть в том, что портретура всегда была важным аспектом как в живописи, так и в фотографии. Вот как-то так. Итак, Макс, раз уж ты привлекла наше внимание и хочешь поучаствовать в разговоре, то не могла бы ты назвать нам процесс, который подарил нам первые автопортреты? Вы спрашиваете меня? Дайте подумать. Ты либо знаешь это, либо нет, Макс. Здесь есть люди, знающие ответ на вопрос? Это был Луис Дагер, французский художник, который изобрел дагеротипию, процесс, который дает портретам зеркальный эффект. Со своими ретро-штучками ты забыла основы, печалька. Очень хорошо, Виктория. Дагерский процесс позволил нам различать детали на лицах людей, делая портреты популярными с начала 19 века. Первый американский дагеротипный автопортрет был сделан Робертом Корнелиусом. Вы можете узнать о нем все в своем учебнике или даже в интернете. Ребята, не забудьте принести фотографии для конкурса «Герой дня». Победитель полетит со мной в Сан-Франциско, где его фото будет показано всему миру искусства. Это отличный старт для карьеры фотографа, так что Стелла и Алиса, соберитесь. Тейлор, не прячься, я все еще жду твою работу. И да, Макс, я вижу, как ты притворяешься, будто не видишь меня. Виктория собралась как и всегда. Было круто, когда мистер Джефферсон сделал фото класса в первую неделю. Хоть я и не хотела быть на фото, было охренительно наблюдать, как он нас кадрирует. Черт, у них штативы из карбонового волокна. И оголовье закрепляется. Боже, какая я фотозадротка. Потрясный принтер. С радостью распечатала бы на нем свои фотографии. И устроила выставку своих работ. Похоже, Академия потратила кучу денег на такие компьютеры. Кто-то уже работает за этим компьютером. Круто. Кейт сегодня такая тихая и грустная. Бедняжка. Привет, Кейт. Оу, привет, Макс. Я свой звездный час поймал. И у всех должна быть такая возможность. Ты какая-то грустная. Я просто задумчивая. Понятно. А ты не хочешь попить чаю, поболтать со мной? Спасибо, но не сегодня. Мне надо сделать домашку. Ничего, пересечемся. Конечно. Теперь я жалею, что прочла это. Развидеть. Мне нравится эта панорама Блэквелла. Все такое зеленое. Спокойная. Получится неплохой снимок.
даже ее дневник в подарочной обложке. Поверить не могу, что она подшутила надо мной перед всем классом. Ей что, 15? А ведь, конечно, у Виктории все самое лучшее, новейшее и очень дорогое. Следовало догадаться, у нее оборудование лучше, чем у Академии. Так круто, что работу мистера Джефферсона поместили на обложку журнала. Это дает надежду. Отсюда камеры точно попадают в рай. Ох, блин, ты только посмотри, какой ультразум. А этот винтажный дальномер. Офигеть. Так классно, что их можно почитать в любой момент. Решающий момент Анри Картье-Брессона не часто встретишь. Энни Лейбовиц, дико уважаю. Потрясающий Юджин Смит. Приятно видеть Авидона среди мастеров. Здесь есть Дали, конечно. А еще много людей, о которых я не слышала. Поэтому я здесь. Обалдеть! Да у него лучшая плазма во всей Академии. Поскорей бы посмотреть на ней пару документалок. Плакат с рекламой конкурса. Мистер Джефферсон очень хочет, чтобы я в нем участвовала. Зачем? Не думаю, что я готова к своим 15 минутам бесславия. Даже на фотографии здешний лес выглядит так таинственно. От маяка здесь не спрячешься. Вау, мистер Джефферсон с этим монстром дурака не валяет. Наверное, отвалил 20 кусков за эту камеру. Должно быть, получаются точные цифровые снимки. Но все же моя камера мне роднее. Когда я смотрю на Викторию, то мне кажется, что она говорит про меня гадости. Так нелепо. Я всегда стесняюсь и нервничаю перед мистером Джефферсоном. Извините, мистер Джефферсон, можно с вами поговорить? Да уж, извинись. Нет, Виктория, ты нас прости. Я не допущу, чтобы будущая звезда среди фотографов упустила свой шанс. А я должна? Просто не думаю, что это так важно. Макс, фотографируешь ты лучше, чем врешь. Знаю, выслушивать лекции от какого-то там старика то еще западло. Но жизнь не станет играть с тобой в догонялки. Ты молода, все еще впереди, бла-бла, верно? Но у тебя есть талант. Ты одержима фотографиями. Тебе хочется запечатлеть мир таким, каким ты его видишь. И все, что тебе нужно, это набраться смелости и поделиться этим талантом с остальными. Вот что отличает художника от любителя.